Сук. Свои источники. Чекните нашу стату на всякий случай. Зачем? Вот. Где? Вижу. Все, пригласил. Это же будет типа на стороннем сайте. Смотрим, Summer League. Это на турнире, на челлендже. Мы уже начали, Дамира, кстати. Я не знаю, Алиса, это FIFA Rus. FIFA Rus. Просто FIFA Rus. FIFA Rus. Ну. Барс, Крокс, Рубеж. Они специально Кроксов нам в группу дали? Понятия не имею. Ладно, давайте, не обосрёмся. Какая группа такая? Миш, ты тут? Нет. О, Shadow Day зашёл. Камушка, почему у тебя стрим висит? Почему работает? Да. Подожди. Всё работает. Угу, у нас матч не заполняется, блядь. Не вырубал. Всё, хорошо. Я нашу белого, просто не колонну. Прости. А, интерсепшн. Блин, о боже, что за коннект драный. Ливнуть? Не играем. Юр, что ты делаешь? Юр. Фэйрплей. Фэйрплей, короче. Это фэйрплей. Как бы. Юр. Я лошадь за мах нажимал. Мячик в аут выбил, а не на мордане. Мне кажется, неплохо. Не, ну как бы вы им тоже сразу его отдали. Так, там олень. Оляник великий. Игорь Оленик? Да, да, да. Ой-ой-ой. Эх, не то. Простые читает. Если не видите вариант, сразу можете вешать, похуй. Да ё-моё. На как он? Ааа, бля, сука. Да пока нормально. Там в ауте стоит чувак просто. Там на клавиатуре. Блин, что за бред? О, хорошо. Камень 16, архив дальняя ближка. Я встану, Юр, на что? Я даун еще. Бля, а мне тут где стать, я хуй знаю. Ну ладно, иди на штан. Да я прибегу, я прибегу. Димарь, ты встань где. Зачем, может, двоечку возьмешь? Хорошо. Везло. А лево можно? А, да, он зашел, да? Да. Посмотри, побыстрее. Хорошо. О, ну вниз. Боже, ладно. Сойдет. Главное, что не слета. О, прикольно, никого не тянет. Нормально, беги. Сам пока. Ибо. Это что за телепорт? Что если он финт сделал? Мне вообще телепортнулся он как-то. Это о боже, как? Куда? Что? Да я на навес нажал так-то. Я не знаю, что это происходит там, конечно. Что у них за тактика? У них тактика вату катать. 2 на ЦЗ. Из-за этого нам с ними тяжело играть всегда. Вытягивает. Как будто знаешь, ты в 1-1 играешь, только там один сдаунов. Не, как он перепрыгнул, я не понял. Это клавиатура. Вешать будет надо, ничего не сшибается. Вижу. Да, вешать в итоге. Вот это вот Каталова. Двел ЦЗ, что ли? Бля, да, двел ЦЗ. Двел в штанах. А тут хуёво. Опять рикошет, а нет, это такой удар. Не-не-не. А гостевые тут есть? Да. Да. Сможешь, да. Бля. Ладно. О, наш. Блин. Бля, ну. В одной точке все. Все, как-то. Это фол был вообще по-хорошему. Это ну, да. Был протей. Я просто написал за Гарри, что он старый пидор, поэтому, наверное, он меня убил. Ой. Путь.
запас пока. Бля, как лайм бегу. Склаем. Хорош. Бля, Дарик, что с тобой? Я не отжал спринт. Он вообще на лыжах ездил, блядь. Вроде отжал спринт, блядь. Хорубок все это просто. Да бля, на самом деле тоже проблема, что у нас была с ними в этой... Юр, не надо. Да я перехватывал этот пас, блядь. Какую-то что не пас в мяч. Что у нас была с ними... Ой, там выбегает. Та же проблема, что у нас была с ними Вовки. Мы не можем мяч контролировать вообще. Они не дают нам разогнаться, разогнать атаку, и мы не можем вообще поздать. Поэтому попробуйте в пасик поиграть. У нас пеханина, пиздец. Не, не тянет. Вот видишь, опять мяч прыгает, скачет, блядь. Давай, давай, давай. Бля, сейчас, ноги там. Можно. Ладно. Вот этот фолхот. Можешь сразу на весь, мне не очень удобно будет закидывать. Или мне дай пас, я попробую либо закинуть. Да либо... мне дайте, я навешу, блядь. Я понял вас. Ой, синий. А, не. Блин. На старте в центре, блядь, дыра нахуй. Да, он в центре стоял с самого начала, камушек там. Ты что, не видел? В смысле, я бежал, я не уж... Как я бежал? Где ты? Так там архипа зона. Я штрафной бежал, в смысле? А чё 20 за штрафной делал? Архипа не было. Архип вообще на дельке был. Ребят, там от углового... Он не должен был там быть. Там от углового прошло очень много времени. А чё он стоит один такой здоровый? Ну меня потянуло в конце на этот мяч. Я чё сделал? С ним явно должен кто-то из СЗ быть. Там после углового прошло просто куча времени, я вообще не понимаю. Я вообще предлагаю нахуй всем стать в защите на угловом, только, блядь, трем человеком там оставаться, блядь. Чтоб нормально все было. Я не придумал ничего. Ну, это деревянный. Вы играете спокойно, здесь. Просто не горите и все, и не обсуждайте. Ну, нихуя. Ну, я что-то думал, Юрка вообще... будет забегать, я хотел на него вообще. А, ну там, не-не-не, там такой. О. Ну, 16. Защита, сразу бегите. Нормально, 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 нормально. А чего вы там стоите вдвоем? Да, пусть стоят. Ты видишь, что на тебя мяч не летит, нахуй ты остаешься? Чего я не оставался, когда ты уходил? Потому что... Я видел, как ты уходишь. Я ухожу медленно, но я ухожу. Да блин. Блин, нормально был с мячом и все, уже без мяча. Ебать, он бежит, вешай. Кончишь, блядь. Минута осталось. Да нас мяча нет, какая разница. Ну было бы у мяч вообще как бы. 10 секунд. Ну там некому закидывать все равно. Ну, пока все очень плохо. Много пиздите. Не знаю зачем. Там был вообще штрафной. Почему камушек не может вернуться назад, если видишь, что мяч на него не летит? Чего вы, блядь, составитесь там ЦЗ-шники штрафной? Короче, нужны? Давайте так. Архип идет назад, камень впереди остается, все. Просто вот эти 20 з впереди все время вечно, это такой бред. Ну, сплэш не из-за этого один на один вышел, потому что там вот из-за этого. Там после стандарта очень много времени прошло. Там Архиба никак не успел вернуться, он на дальний стоял. Он на дальний сам последний был, скидывал, ну, с фикс поборолся вообще с вратарем. Архиб даже вроде не пробежал еще назад. Вы так сильно не переживайте, они из-за медленной игры начинают вас выводить из себя. Играйте спокойно, блядь, и все. Проебем, так проебем, какая разница, блядь. Нет, кубок вообще не всрался, блядь. Надо проебаться больше не собираться. Не, играйте просто. А чё я Лига Чемпионов? Я не приду на Лигу Чемпионов. Дима сказал, что можно приходить.
Эх, как так-то? Это деревянный сегодня. Бля, Дмирек, что стоит с игроком? Это просто пиздец. Она сайт пофиг. Ну ладно, хорошо. Да, сам факт, что у него прием какой странный. В офсайде может быть все что угодно. Ну, была нормальная. Как там офсайд был, я что-то не понимаю. Мне тоже показалось, что там не было офсайда. Может, вообще... Юр, ну спасом, родной. Можно на ход. Блин. На ход, ты не в ту зону побежал, Руслан, ты побежал в центр, прямо чтобы пас на ход был, прям в игрока. Если так бежал бы прямо, то ну, пас бы попал. Вперед. Зачем? Ну я думал, ты побежишь вперед, что ты стоишь. Ну я жду, пока Миша побежит. Да нахуй ждать, пока Миша побежит, если ты ближе. Ну ты говори, что делаешь просто. Блин, зашибись. Ну, тоже неплохо было. Вечно в пас начали играть. Мы их пасом-то можно пройти легко. Просто надо это сосредоточенно играть. Все, мы привыкли пихать. Ну, точнее, у нас соперники такие обычно. Хорошо. Они очень дисциплинированно сидят низко. Что? Я понял. Хорош. Сломал. Это просто это я пас на ход дал. Только не в ту сторону. Переводи, блядь, да переведите быстрее кто-нибудь, блядь. Не надо. Да ну вас куда ты переводишь? Да не надо. Да что ты орёшь, Юра, я не могу перевести, блядь, с твоей позиции. В смысле? Это нажать две кнопки. Прямо. Не можешь, блядь. Мне неудобно, блядь, там был переводить. Под опекой. Юр, ты можешь хоть разочек мне пас дать? Я тебя очень прошу. А, ты меня? Ну, Юр, серьезно. Ну, блин, я постоянно открыт, и ты куда-то пихаешь. Я отправляю это. Ё-моё. Почему не можешь мне скатить, блядь, на метр просто? Ладно. Я упал. А, встал. Юра, не шали. Ворот. Смотри, игры повыше. Да что ж такое? Это говорю, у них. Я не знаю, когда мы играли Овку, была такая же. Спасом просто. Бля. Дальше сразу. Угу. Хорошо. Отворот. Он же ногу подставил, защитник. Нет? Я тоже не понял, как. Да игре похуй. Видимо, это от нашего. Нормально. Мы не успели. Мы свалили на меня, потому что. Ну, я на отбор нажимал. Вперед сразу. Что за бред? Он даже мимо пробегает. Еще
Я не знаю, как так. Почему от тебя ушло? Я же тот рунс. Ну, типа, я хуй знаю. Номер XT. Знаешь, как долго? Архип назад. Там перекладывался что-то с ноги на ногу. Хрен план. Твои. Центр. Нормально. Плохо. Да как он сквозь меня дает? Да что ж ты, блядь, залог? Хорош, зря. Зачем? Ты же один с мячом. Бля, я хотел катнуться просто. Хорошо. Хорош. Батька, лёс. Сука. Тут коннект драный лучше, пасик. Коннект реально тяжелый. Бля, ты вяло. Ну, хорош. Хорош, хрен. Мне так хрень повалил. Где нас печатал? Да, ватна такая. Бля, не время тянут. О, хорош, бей! Нет! Парашют! Бля! Зашибись! Бля, чем парашют, он там просто ударил. Не, парашют нормально был, он так крюк. Там вратарь бы отбил, не, из гами просто ударил. По-моему, он просто побежал назад спиной к тебе. Парашют Руслан. Марио. Так. Сразу. Я как его пошел. Ну, да, заебись. Пиздец. Блин, как вообще минимум, я вообще не понимаю. Ну, второй там хорошо сыграли, в принципе. Должны были забивать, но не докатали. Бред вообще. Не, ну Руслан был очень близко, конечно. Ну, столько под конец момента, бля, так вообще мало, конечно. Не, ну, я имею в виду, мы игру взяли под контроль во втором тайме. Может, схема другая? Не-не, это все хуйня, чего гонишь, что ли? Нет, схема нет, нет смысла, у нас такие схемы не наиграны, мы не собираемся особо. Ну да, можно хрена как секретное оружие, терять-то нечего, в принципе.